Еще раз, вот я, кстати, хотел бы очень переместиться. Вот типа я же могу перемещать, защищать. Зачем защищать что-то? Как мне туда добраться? Придется еще раз через толпу пробираться, чтобы добраться. Вот подъем, кстати говоря. Но это подъем такой себе. Я опять сейчас в том же месте окажусь, я знаю. Но я на этот раз не буду бежать по низу. Я поберусь куда-нибудь наверх и сверху буду бежать. Ну, потому что это совсем самоубийство. Вы видели, что со мной случилось. Меня просто растерзали просто на куски. Я думал, пробегать через толпу нормально. Зомби типа они глупые. Ну, по сути так и есть. Они малоподвижные. Но почему-то иногда у них как в жопе что-то загорается. Понимаете? Они начинают двигаться так, как я не двигаюсь. О, это место можно зачистить. Давайте зачистим. А, не-не-не, я вижу. Этот чувак не даст нам его зачистить. Здоровяка я тогда попытался. Я раза три, наверное, оружие убил, пока пытался его убить. Так, ну вот теперь мы будем там, где нам нужно. Так, сейчас мы здесь спустимся. Прямо напрямки пойдем сквозь все. Тихо-тихо-тихо. Спуститься можно? Можно. Вот сюда, вот так вот. Оп-оп. Великолепная игра. Мне очень нравится, кстати, играть в эту игру. Честно вам скажу. Я вот очень много ругаюсь. О, приветики. Смотри, там эти ящички, дропы. Можно их тоже забрать. Но их никто не собрал, потому что что? Потому что вот он там стоит. Он не дает никому ничего забрать. Я туда еще заберусь когда-нибудь. Я когда-нибудь со всеми тут расправлюсь. Так, пошли вон, пошли вон. Я пошел мимо. Какая-то жижа. Оп! Не хватайте меня, пожалуйста. Так, мы почти рядом. Это мы к парню с противогазом идем, к тому самому. Нам сказали, что этот парень... Его заметили, как он прям сам срезал этот замок. Мы сейчас прям... Сейчас за руку его поймаем еще раз. Он, наверное, опять какую-то пакость сделает. Вот здесь вот он находится. Посмотрим, что это за парень. Так, здравствуйте. Это твоя зона безопасная, что ли? Я бы не сказал, что это безопасная зона. Вот тут можно войти. Стой, где стоишь? Шакур не принимает гостей. Шакур не любит гостей? Шакур не следовало портить ворота. Ты что? О чем ты говоришь? Это был не Шакур, это был человек в противогазе. Это ты человек в противогазе? Я? С ума сошел? С чего ты взял? Потому что на тебе противогаз. Тебя обманули, друг мой. Тот предатель лишь притворялся мной, сделал так, чтобы перед тобой, чтобы ты сердился перед Шакуром. Но Шакур знает, кто это сделал. Шакур видел его без маски. Что ты говоришь? Что у тебя кто-то предал? Я смотрел за ним из-за скалы. Он видел Шакура, но Шакур видел все. Тогда Шакуру лучше сказать, кто это. Нет, моя информация слишком ценна. Если хочешь знать, что знает Шакур, придется кое-что... кое-чем помочь. А, тогда расскажу. Ты что, с ума сошел? Тебе еще помогать. Мы тут не торгуемся, Шакур. Конечно нет. Шакур говорит, что делает, ты делаешь. Слушайся, Шакура. И чего Шакуру захотелось? Тут рядом озеро. Моя сумка с сокровищами выпала за борт и утонула. Ты должен проплыть туда, как рыба, и принести ее. Иди, быстро. О, боже. Серьезно, что ли? Вот не легче грохнуть просто его. Я просто зайду, можно я посмотрю на тебя? Дай мне свою пушку, а? Она такая классная у тебя. Ты такой военный парень, все дела. Я бы с удовольствием воспользовался ей. Как рыба, говорит, проберись и сделай то, что мне надо. Найти сумку с сокровищами. Ну, поехали. Разороженненькая водичка. А что у меня по кислороду? Я не вижу свой кислород. Где она может быть? Так, тут слишком мелко. И все, ничего не видно. Как бы ускоряться здесь можно было бы. Здесь нет, ладно. Пошли дальше. Вряд ли она где-то будет с другой стороны. Так, вот здесь попробуем. Есть ли тут что? Тихо-тихо-тихо. Тут такая темень из-за этих из-за того, что здесь повсюду водоросли загрязнено, все. Вообще нихера не видно. О! По-моему, только что зона сократилась. Так, надо подышать. О, я уже вижу, у меня кислород показывается. Тихо, дыши, дыши, дыши. На самом деле, я дольше могу дышать. Так, где-то здесь находится то, что мне надо. Только вот где? Вот это вопрос. Так, ну давай. Что у нас тут? У нас тут ничего. Бляха-муха. О-о-о-о. Ревесло, здорово. Можно драться им. Я не вижу никаких сокровищ.
Хотя вроде все посмотрел. Ладно, давай плыть обратно. Я... Начинается кислород уже кончаться. Я не вижу конца и края. О, почти выплыл. Все, 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 все хорошо. Это еще не все. Вот подожди, вот это что такое? Это лодка. Слушай, у него лодка перевернулась. Под лодкой должно быть. Логично? Логично. Давайте посмотрим. Ну-ка. Тихо, ниже еще. Вот лодка, и под ней ни хера нету. Ну как же так-то? Шакур. Шакур! Ты обманул меня? Надо плыть быстро. Шел, вот она здесь была. Блять, это было сложно, на самом деле. Вообще, она такая малозаметная, я вам так скажу. Прям на самом днище лежала, я ее просто не заметил. Она еще и сливается с этим, с землей. Вообще не видно ее, вообще, абсолютно. Плыли, вот смотрите, птички. Почему они так летают, кстати, в стае, не знаете? Прям в этом, в одном куске, странно очень. В одном, нет, стяг, не знаю, как, а как правильно говорят, когда птицы, их очень много. Это ведь не стяг и не стая. Стаи тоже не назовешь. Ладно, поплыли. Снаружи, как обычно, слушай, под водой так тихо, мирно, на самом деле, так прикольно, умиротворенно, темно, ничего не видно. Даже, ну, не слышно ничего. Вообще классно. А выходишь на улицу, так сразу вот начинается вот эти вот... Пошел вон! Вот как я зацепил твой баллон? Я не знаю. Бум! Сейчас прибежит какая-нибудь херня. На эти звуки я уже слышу, а здесь бежит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Оп, я в безопасной зоне. Так, ну что, я принес. Вот твоя сумка. Ты сам не мог ее выудить? Шакур плавать не умеет. Нет, сначала сумка, потом я скажу, кто притворяется Шакуром. Хорошо, на. Видите, какая она вся темная, прям как все это. Ладно, Шакур, говори, что видел. Сначала самозванец вышел из деревни, очень тихий, прямо шпион. Потом надел противогаз. Потом он подобрался к воротам, но уже шумно, чтобы охранник увидел, срезал засов и убежал. Ты узнал его? Он какой-то странный, не такой, как Шакур. Ты хоть знаешь, кто это? Конечно, это один из рыбаков, только оделся как Шакур. Ладно, я проверю. А как я должен это будет проверять? Шакур, что у тебя, кстати, в сумке? Воздух, чудный чистый воздух. Теперь я могу дышать. Господи. Ну ты больной. Что у тебя там ничего не было, получается. Я плыл за пустой все это время, да? За пустой сумкой, в которой ничего нету. Ну, воздух, как он утверждает. Ну, пипец просто. Замечательно. Ладно. Забыли. Так, у меня, кстати, очки нераспределенные. Давайте распределим. Ох, в каждом по одному очку. Давайте, уровень выживаемости. Поехали. Что-то я хотел прокачать, не помню. Научитесь использовать пространство рюкзака, самому получите 6 ячеек. Пока мне это не нужно. Так, усилитель обладает более длительным действием. Научитесь лучше собирать предметы. Пускай. Хотя нет, давай лучше сюрикены со всякими эффектами. Вот это интересно звучит. Так, уровень ловкости. Дальше что у нас есть? Ваше тело становится крепче, вы восстанавливаете здоровье на более высоком уровне. Да, кстати, хорошо. Перепрыгивайте врагов, используя пробел, когда бежите к врагу. Можно его просто перепрыгнуть, ни хрена себе, вот это жестко. Но мне сначала надо ХП качать, потому что у меня с ХП проблемы большие. Так, вы лучше сражаетесь, у вас увеличится выносливость, появляются новые боевые способности. Отлично. Лучше сражаюсь, это то, что я хотел давно слышать. Перепрыгивать через зомби, к сожалению, пока не умею, но мы еще научимся. Научились сборки предметов, всякие замораживающие хрени делать. Он горящий зомби плюс обычный. На тебе. Все, я побежал. О, можно открыть базу. Давайте посмотрим. Если здесь нету жестких, я открою для себя ее. Так, вот тут трое их. Сколько этому? Ребята, вылезайте. Сколько вас здесь? Один обычный. Еще здесь где-то есть, да, наверняка? О, еще один. Давайте, вылезайте, ребятки. Я жду вас. Ну что, вы хотите, чтобы я зашел, подрался с... Блин, да как же ты прыгаешь-то так на меня? Я же видел тебя, первый ударил. Оп! Выходим, выходим, ребята, выходим по одному, не спешим. Что встали-то в проходе? Ты смотри, что делать. Друг друга не пропускаю. Давай, выходи. Я сделал тебе проход. Можешь выходить. Что ты встал? Вот это, кстати, быстро убивает молотком. Ну, все, что ли, я, получается? Что-то как-то быстро. А что я здесь ищу? В смысле, я могу вот это закрыть, что ли? О, лол. Это я просто маленький этот... Маленькое укрытие себе сделаю. Раз, подвинул, да? Это...
Мешок для всякой фигни. Надо сначала второй. Вот что это такое? Это питание. Вот тебе и дом. Чем не дом, а? Можно спать. Вот свет провел. Человек хозяйственный. За 2 секунды тайник игрока нет. Спасибо. Так, что у нас тут? Тут у нас все заперто. А как выходить? Выходить через крышу. Я понял. Быстро, модно, молодежно получилось. Правильно? Правильно. Ладно. Вышел из безопасной зоны. Чем больше у меня укрытий, тем для меня лучше. Правильно, правильно. Почему? Потому что я этими укрытиями буду пользоваться, когда будет жопа. Ну, например, ночью бежишь, да? Оп, в укрытие запрыгнул, и все нормально. Вроде как, должно быть. Так, а мне откуда идти лучше всего? Если это... Нет, это, скорее всего, по низине надо идти. Но я сначала сверху пройду. Это ошибка, нельзя так делать, на самом деле. Впритык. Я уже так как-то делал, и это... Так, надо спуститься. Это я тоже ошибку сделал. Ребят, я вниз. Давайте, удачи. Сверху лучше не идти, я помню. Там надо спускаться будет. Здесь я хотел взломать в тот раз, мне не дали. Эти зомби чертовы. И на этот раз не дадут. Пускай, пускай, пускай гуляют. Не хочу тратиться. У меня пока нечем чиниться. У меня совсем кончились запас деталей всяких. Их надо бы закупить уже. Потому что все очень плохо у меня по деталям. На! Экономим. По одному удару за раз. Каждой толпе по одному удару. Ты счастливчик. Ах, блядь, меня тоже ударили. Я тоже счастливчик. На! Вот это удар был. Для тебя я не пожалел даже сил. Ну что, у скольких людей есть ключи от ворот? Только у Тома, Герселя и Мусы. Ну, спасибо. Это очень сильно поможет. Так, ну и кто из вас тогда уроды предатель? Начнем с левой стороны. Golden Hammer. Золотой молот называется. Привет. Так, вот ты мне нужен, да, скорее всего? Ни хрена у тебя оружие. Не ты. Хорошо, что не ты. А то у тебя такая пушка страшная. Не, а что я ищу? Я ищу какие-то предметы? Кто меня предал? Кто предал меня? Здесь чисто. Хорошо, обыскал. Обыскать другие дома теперь нужно. Я человек... Поиск. Открывай. Так, это что такое? Это не то. Груз отобрали, суки. Опять груз отобрали. Что ж такое-то? Что не жизнь, то отбирают что-то. Всю жизнь меня что-то отбирают. Так, тут чисто. Чисто. Чисто, чисто. Чисто, чисто, чисто. Тут что? Открывай. Нос чешется. Тут ничего. Зайдем в эту комнату. Открывай давай. Опа. Ты что здесь делаешь? Это что такое? Чертеж? Натуральная аптечка. Пойдет. Ты что лежишь? Плохо что ли? Наркотиками упарываешься, небось. Холодильник нельзя открыть, к сожалению. Чисто, все, я обыскал. Ладно, дальше пошли. Так, тут сверху есть. Неужели тот, кто дал мне задание, тут и срезал замок? Вот это будет страшно, на самом деле. Ну, не страшно, вернее, а странно, скорее. Так, я в доме. Зашел в окно, как ниндзя. Почесал нос и пошел дальше. Что у нас тут? Чисто, чисто, чисто. Это что такое? Диплом. Диплом на что? Так, записка. Больше ничего. А что я ищу? Обыскать дом. Опа, опа, противогаз! Это что такое? Гюрсель, ты какого хрена делаешь? Ты что, сам себе взломал замок, сам еще говоришь мне сломать? Ой, вернее, найти того, кто это сделал? Ты что, ненормальный? Чем могу и помочь, Крей? Ты испортил ворота, Гюрсель. Ты впустил мутанта в деревню. Я? Это был дебил в маске. Охранник его видел. Но кто-то другой видел тебя. Кто же? Где он? Покажи. А вот маска, я нашел ее в твоем доме. Да, мне это... А что мне оставалось? Деревня не хотела платить Райсу за защиту. У Райса кончилось терпение. Он же поэтому тебя сюда прислал. И ты послал туда своих людей? Мне нужно было их убедить, что им нужна охрана Райса. И ведь получилось же. Тебе-то какое дело? Муса хочет пристрелить человека в противогазе. А в чем проблема? Отговори его, а то мне придется всем рассказать, что ты впустил в деревню мутантов. Хорошо, я попробую. Поговорю с Мусой и охранником. Очень, блядь, надеюсь, потому что ты человека подставил ни в чем не повинному. Он на самом деле хороший парень, это противогазе, хоть и дурачок. Слышь, человек в противогазе больше нас не побеспокоит. Ты его пристрелил? Нет необходимости. Как? А его фокусы? Чтоб ты не думал, убивать людей все равно нехорошо. Если ты так не считаешь, у нас с тобой будут проблемы.
Нет проблем, мистер. Я разозлился, но никого не убивал. Спасибо, что поговорили с ним. Да, без проблем. Ну вот, собственно, проблем-то и решилась. Очень, кстати, странно. Дай-ка мне свой чертеж. Я теперь чемпион. Чемпион. Слышь, поторгуем? Хочу тебе что-нибудь продать. Ох, сколько у меня всего. Это надо все поменять сейчас будет на зеленое. А можно тебе что-нибудь купить? Ух, блядь, топор. Какой тяжелый топор дровосека. 114 урона. Это просто с одного удара. Хрясь и минус зомби, по-моему, так это работает. Так, полицейская тупинка. Тоже неплохая, кстати. Денег все очень больших стоит. У меня всего 2600. Хотя, в принципе, вот эти могу купить, если захочу. Но они, ну, такие себе, если честно. Давай что-нибудь продам тебе лучше. Классическая бита. Блядь, ну... На. Изящный короткий нож. На. Весло на сразу. Сюрикены. Какие? Великолепный сюрикен. Великолепные, непростые. А еще какие-то. Взрывпакеты, сигары. Вот сигары тебе все на. Все твои чемпионы. Два у меня уже, кстати, силовой кабель. А что у меня по инвентарю? Я просто не вижу, сколько у меня слотов есть и сколько осталось. Вот это меня раздражает. Не раздражает, а вернее, вгоняет в депрессию. Я просто хочу узнать, сколько у меня еще мест, а я не знаю. Слушай, а у тебя ведь есть наверняка всякие предметки. Жестянка, батарейка, аэрозоль, силовой кабель, изолента. Вот изолента может пригодиться. Не знаю только зачем. Жестянка. Обычный консервант годится для метательных снарядов, бомб, гранат. Я понял. Батарейки. Это у меня есть все. Соедините шнурус. На-на-на. Это мне все не нужно, к сожалению. Ладно. На тебе. Молота я не могу тебе отдать, хотя они поломаны сильно. Нет, ладно, ничего тебе не отдам. Всем буду пользоваться. Давайте лучше мы этот свой инвентарь пересоберем. Молот каменщика у меня как? Чувствую себя пока неплохо. Этот разбитый. И этот разбитый. Так, давай тогда вот. Этот вместо этот. Вместо этого. Так. Давай армейскую лопатку поставим. Изящный нож вместо биты. Так, ну и все. Пока вот таким вот сетом будем гонять. Воу-воу. Вышли из безопасной зоны. Найдите... конверт с чертежами. Ну вот сейчас я не знаю, что делать, потому что... Ну, у меня теперь, конечно, есть сюрикены. Почему я не могу присесть? Что за бред? Перелезь ты, господи Иисусе. Зомби, привет. Я сначала подумал, что ты человек, на самом деле. Представляешь, как я ошибся? В тебе. Блять, какой ты живучий. Да умри ты, блять. Ладно, нету сил. Отдыхаем. Я так просто для прикола решил... постучать по тебе по голове, но не получилось. Ладно, ладно, как скажешь. Лэ, по-моему, теперь журнал, да. Стрелок, да, вот один из обитателей башни хочет вывести свою семью из трущоб, но ему нужен пистолет. И вот где это, не сказано искать. Вот под станцией можно перезагрузить пока. Как по приколу, да? Пошли эти северные, еще какие-то станции. Тут их много. А где они находятся? Ну, они так тоже недалеко, находятся отсюда. Так что можно тоже поиграться. О! Мимо. Меняем оружие на лопатку. Так, сейчас я быстренько, ребят, подождите. Мне нужно еще раз сверить с картой. По метро, по этой штуке мы не пройдем, надо будет идти сверху откуда-нибудь. Так, сейчас и сделаем. Ну, тут, кстати, один зомби, который бежит. Не хотелось бы. А, нет, это не бегущий. Это блевотина. Черт, человек-блевотина. Человек-блевотина отдыхает. Я пошел. Так. Надо бы подумать, как попасть туда. Вечно я все обхожу в этой игре. Мне это не нравится. Хотя бы один сквозной ход был сквозь этот. Сквозь это все. И вот каждый раз вот эти вот перебежки туда-сюда. Неприятно, неприятно. Ну а что поделаешь? Ладно, хотя бы качаюсь. Хотя вот здесь вот можно подняться. Вроде как. Отдыхай, отдыхай. Сделал бы тебе бесконечную стамину, я был бы очень рад этому. Можно было бы бежать бесконечное число. Сколько хочешь, столько и бежишь. Так, у вас тут блевотник? Двое блевотников. Как? Я же... Ладно. Я забыл, с кем, блядь, я дерусь. Вы, ребята, очень резкие, как пули дерзкие. Сейчас я вас обойду. Бум. Взорвался. Так, тихо, взорвался еще. Сейчас еще один взорвется. Я помню вас, блядь, ребята. Вы очень такие, какие-то непонятные. Я вроде как от вас уходил, но при этом все еще не уходил. Так. Бум, еще один взорвался. Так, а куда здесь приземляться? Я сейчас еще взорвется. Неважно. Бежим, бежим, бежим. Так, здесь можно? Можно, отлично. О, синяя. Кто-то вызывает меня. Человек. Он хочет мне опять за жизнь рассказать. Я бы не хотел слушать его. Кто ты такой? И что ты хочешь от меня?
Слушаю. Что ты тут ищешь? Жгут или что-то вроде. Как только Райс доберется сюда, жгуты окажутся в большом дефиците. Ага. Выживший, любое занятие Райса и его молодчиков, я об ампутациях. Райс от них кайф ловит. Этот изверг 3 недели не выдержал меня, держал меня заперти. Я такого насмотрелся, иногда он словно экспериментировал. Но в чем... Ну в чем лучше всего этого сделать? Мачете, топором, дробовиком. Черт, одному из своих людей он оттяпал ногу по колено, а потом велел Тахиру засечь время, как скоро бедняга истечет кровью. При этом действенная стратегия, когда убиваешь врага, ты избавляешься от одного врага. Но если и калечишь врага, тогда ты только выводишь его из строя, но вынуждаешь, по крайней мере, еще двоих заботиться о нем по цене одного. Думаю, садизм способен приносить дивиденды в подходящих обстоятельствах. Да, ты просто источаешь оптимизм. Это на самом деле рассказ. Это было интересно послушать. Ладно. 2 подстанции надо запустить. Одна здесь находится. Подстанция охраняет кто? Угадайте. Ни за что не угадайте. Ну-ка. Никто. Вот ведь новость-то. Здесь нужны отмычки. Так, первый я открыл. Причем с первого раза. Вообще даже как будто бы знал, как надо. Так, раз. Я на подстанции. Найди панель управления и поверни выключатель. Так ты перезагрузишь систему. Сначала я возьму вот эту баночку. Жестянку, точнее. Так, ну вот я дошел. Опа, подожди, это мне тоже нужно. Марля. Вот. Готово. Хорошо, теперь сделай то же самое на второй подстанции. Ну, это очень странно, что очень просто. Потому что я чувствую, сейчас будет сложно. Вот очень сложно. Так, одна подстанция есть. Вот тебя надо забрать по-хорошему. Оп. Оп. Хорошо. Хорошо. Главное не попасть по баллону. Тихо-тихо-тихо. У меня стаминка ушла. Держи. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я по баллону попал, но я не хочу. Давай, у меня еще есть жизненная сила. Ай, на, короче. Нет, умер. Нет, не умер. Ладно. Упал. Устал парень. Не буду его добивать. Уж как-то жалко даже стало. Бедолага так сражается. Держится, точнее. О, привет. Ты друг его, что ли, братик? Так, давай-ка сюда. Тихо-тихо-тихо. Жизненная сила покидает меня. Иди отсюда. Тут есть недалеко... убежище, вернее, было недалеко убежище, которое можно было открыть. Что за ток? Водичка под током. Лучше ее не трогать. Так. Аккуратно. О, еще один. Третий брат, блядь. Целая семейка собралась. Теперь он меня преследует, как не знаю кто. Как какой-то этот... призрак. Так, давай сюда батарейки. Аккуратно. Где подстанция? Парень, не подскажешь, где подстанция? Не видал здесь? О, смотри, встал. Куда ты хочешь встать? Ты никуда уже не встанешь. Умри уже, пожалуйста. Ради всех нас. По-моему, он мертв уже. Ты ведь не встанешь? У тебя рука оторвалась. Палка, кстати, поломалась, пока я бил. О-о-о, кстати, бежит ко мне. Ты куда это? Нормально себя чувствуешь? На тебе по голове. Умер. От того, что упал, умер, причем. Не от того, что я его убил. Смотри, от ничего не осталось, от лопатки вся погнутая. Погнутая. Давайте ее починим, пока есть чем. Так, это еще одна подстанция. Вот эта подстанция наверняка охраняется. О! А что, нельзя взять? Жалко. Привет. Как дела твои? Ложись. А что от тебя чем-то пахнет неприятным? Ты, кстати, умер. Это, видимо, сгнил очень сильно он. Есть тут кто? Ага, понятно. Лежи, лежи. Не вставай! Готово. Металлические детали. Можно еще металлические детали, пожалуйста? Нет, зато здесь есть другое. Так, последнее. Готово. Альфи, 2. Все сделал, все для тебя, Альфи. Идите к центральной, да, точно, еще же центр нужно будет активировать. Альфи, Альфи-бой. Привет.
тоже гнилой, он, видимо, тоже очень быстро развалится, если его так побить. Так, ребята. Это не я взорвался. Не надо бежать на меня. Бегите на шум лучше. Сейчас, ну, реально твари придут сильные. Я знаю, так, после такого, таких взрывов прибегают. Так, 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 бежим. Что ты делаешь? Ты кинула меня чем-то? Что, ненормально? А он бежит кто-то. Так, тихо-тихо, ребята, 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 блядь, что-то вас так много достало резко. Десантируемся. О, блевотник. Блевоша. Ай, блядь, как ты попал? Ты смотри, как у меня хп забирает. Вот сукин сын, а. Так, тут заперто все. Ребят, там взрываться кое-кто хочет. Я вот здесь вот зайду, пожалуй. Я на главной подстанции. Найди главную панель на одном из зданий. Ты уверен? Тут целая куча, блядь. Вот в чем сложность-то состояла. Ё-моё. Их тут целая срань господня. Я не знаю, как я с ними разберусь. Вместе с сюрикены, типа. Это взрыв-пакет. Иди разбирайся. Так. Вот они зашли все. Уйди от входа. Так, ребят, я пошутил. Ну, естественно. Естественно, естественно. Блять, блять, откуда, откуда? Я вообще даже не вижу, кто меня бьет. Их там куча еще просто, и реально. И вот здесь вот нужно какое-то оружие, которое будет со всех сторон херачить. Но иначе нету смысла. Да, ребята. Задали вы мне задачу, конечно. Давай попробуем обойти, что ли, тогда все это. Вот ловушка есть, но она типа ночная. От нее нет смысла. Вот баннер отдало как-то всех, я не знаю, током. Просто всю подстанцию так... И мне такой, знаешь, накапало 20 тысяч опыта. Я такой сразу плюс 10, 20 там уровней. И вообще все было бы просто невероятно. Я дошел до конца, и тут ничего нет. Зато я могу побить зомби сквозь эту решетку. Вот так вот. Они, кстати, тоже могут попытаться. Ладно, бежим. Это я так прогулялся туда-сюда. Говорит Джейд, примерно через час стемнеет. Заканчивать свои дела. Ну, зашибись. А у меня здесь безопасная зона, так что я нормально себя чувствую. Я пошел в безопасную, в сейф-зону. Пойду высплюсь. Нету толку ждать. Правильно? Правильно. Утро вечером мудренее. Может, они там рассосутся каким-то образом. Ну, я просто не знаю пока. Их реально там много. А вот как я через толпищу буду пробираться? Их там реально многовато будет. А если я посплю, мне хп восстановят? Скажите, что да. Мне бы хотелось. Что-то они там рассказывают. Ладно, я ложусь. Всем спокойно. Сейчас будет ночь, а потом будет утро. Да, это сейчас ночь. Привет, я спать еще раз. Теперь до утра, где-то 10 часов будет. Спать. 11 получается всего. Вот так вот. Утречка, 10 часов. Спал. 11 даже. Здоровый сон выживальщика, я считаю. Правильно? Правильно. Так. Давайте залезем туда. Сейчас будем как-то думать, как можно туда залезть. Эти пакетики, которые взрываются, они мне не очень сильно помогают. Хотя, если закинуть далеко, и они все отреагируют, тогда есть смысл в них. О, синий сигнал. Давайте проверим, что за сигнал. Хочется, может, помочь кому? Ух ты, на парня напала целая стая. Двое парней. Здоровяк какой-то. На, так, одного я забрал. Держи, держи. Он говорит, я ранен. Но я пытаюсь. Я сил мало. Хорош, давай. Отлично. Деньги давай. Спасибо, пожалуйста. Вышибало. Я и не думал, что молитвы мои будут услышаны. И вот пришел ты. Ты здорово показал себя. Держи знак благодарности. Спасибо. Я могу помогать, когда хочу. Когда мне дают за это что-то. Хе-хе. Так, вот здесь вот надо перепрыгнуть и ноги не разбить свои по-хорошему. Были бы какие-то гранаты, знаете, чтобы можно было закинул, я успокоился. Так, блевотник, фу, блевотник. Вот этот парень интересный такой, я с ним драться даже не хочу. Так, вас тут было в тот раз очень много, ой, вас и сейчас очень много. Вы, ничего не меняется у вас, ребят, ничего. Что-то меняется, что-то остается прежним. Вот вы, ребята, остаетесь прежними. Не, ну это чё, это бред. Это бред, это бред. Как драться с толпой? Как-то толпа очень с тобой не дружна. Так, быстро, 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 блядь. Темпи вальса, сука, это не то. Это не то, что нужно. Ладно, давай, Марлю.
Ну все, заходят, блядь. Дорогу! Дорогу! Дорогу, сукины дети! Ну все, пиздец мне. Не ухнем! Пошли в задницу! Я хочу выйти! Да, блядь, это было плохое дело. Я знал, что это может этим кончиться. Я знал. Но я пытался. Пошли в жопу. Я вас ненавижу всех. Дайте вы в задницу. Дайте выйти. Жизнь. Я хочу жить. Господи, кучи. Ты что, у вас пусто было, блядь? Ты иди в жопу. На. Надо поменять оружие. Идите в задницу. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я жив, я жив. О, о. Фух, блядь, как я это сделал? Как я вышел? Я думал, у меня все, у меня нету шансов просто. Такие люди, как я, не живут. Не-не, ребят, 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 ребят. Тру-ту-ту. Это не то, что нужно? Это не то, что нужно? Блядь, нет. Через такую толпу я не пройду. Это реально, ну как? Вот как? Это никак. Это реально никак. Это невозможно.